Давайте поговорим про такую штуку, как устойчивость. Значит, у нас уже, в принципе, были такие слова, мы говорили, что вот какая-то там какое-то положение равновесия является устойчивым, какое-то неустойчивым. Но сейчас я хотел бы обсудить общую теорию, которая с этим связана. Это теория устойчивости Полипунова и все связанные вещи. Значит, общее понятие устойчивости. Я, в принципе, мог бы начать эту лекцию с определения, но я хочу действовать наоборот. Я хочу начать ее с примеров, а определение попробовать вместе придумать. Ну вот давайте посмотрим на какие-нибудь примеры. Я буду сейчас в первую очередь говорить про устойчивость положения равновесия, потом мы, может быть, обсудим, как это можно обобщить на более общий случай, допустим, на случай предельных циклов. Вот. Но давайте поговорим про положение равновесия. Значит, хотим определить понятие устойчивости положение равновесия. Значит, положение равновесия в автономных системах. Ну, давайте посмотрим на какие-нибудь примеры. Значит, во-первых, у нас были линейные особые точки, особые точки линейных систем, положение равновесия линейных систем, про которые мы, в общем-то, все знаем. Ну, давайте посмотрим на... Давайте начнем вообще с очень простых примеров. Значит, вот давайте посмотрим на... Система на прямой. Значит, какие у нас бывают положения равновесия в системах на прямой? Ну, в принципе, можно нарисовать два типа систем. Бывает, например, уравнение типа x точка равняется x, и у него, если рисовать фазовый портрет, то он выглядит вот так на прямой. Здесь x от t вещественное. Или можно нарисовать наоборот. Уравнение x точкой равняется минус x. Фазовый портрет будет устроен наоборот. Вот так. Все траектории приближаются к началу координат. Значит, здесь в первом случае решение будет... x от t равняется... Какое, кстати, решение в первом уравнении? X точка равняется x. Какое решение? E в степени. E в степени t. Умножить на какую-то константу. Давайте напишу на x0. Во втором случае решение x от t равняется e в степени минус t на x0. Ну и, собственно говоря, если вдруг вы даже забыли, как эти фазовые портреты выглядят, то понятно, что если решение вот такое, то здесь все траектории убегают от начала координат. А если такое, то наоборот, они все приближаются к началу координат. У вас функция всегда убывает к нулю. Вот. Ну хорошо. Какое из этих положений равновесия логично назвать устойчивым, а какое неустойчивым? Второе устойчивое. Значит, вот это вот первое. Первое неустойчивое. Первое неустойчивое. Значит, вот это неустойчивое. Второе устойчивое. Хорошо. Собственно говоря, у нас был пример x точка равняется x1 минус x, логистический рост. Да, там фазовый портрет устроен как-то вот так. Значит, у нас есть два положения равновесия в одной и той же системе. У нас есть
Вот такое положение равновесия и вот такое положение равновесия. Одно устойчиво, другое неустойчиво. Так тоже бывает. Вот. Ну хорошо, давайте поговорим теперь про систему на плоскости. И есть линейные системы. Давайте я нарисую все, какие бывают. Значит, бывают всякие узлы. Устойчивые, неустойчивые. Бывают фокусы, тоже устойчивые, бывают неустойчивые. Бывают центры. И бывают седла. Вот. Значит, какие из этих систем хочется назвать устойчивыми, а какие неустойчивыми? Ну, про узлы и фокусы более-менее понятно. Они сами по себе делятся на устойчивые и неустойчивые. Логично было бы ожидать, что там, где все траектории стремятся к началу координат, что вот эти вот такие вот фазовые портреты соответствуют устойчивым положениям равновесия. А наоборот, где все фазовые кривые убегают, от начала координат неустойчивы. Ну, когда мы думаем про устойчивость, мы пытаемся задать такого типа вопрос, что вот если мы попали не в точности в положение равновесия, а чуть-чуть рядом, что будет происходить? Ну, понятно, что если у нас вот такая картинка, или если у нас вот такая картинка, то если мы попадаем не совсем в положение равновесия, а где-то близко к нему, то дальше мы просто куда-то уходим далеко тут, или куда-то уходим далеко тут, или куда-то уходим, ну вот, допустим, от вот этой точки, уходим куда-то вот сюда, вот, то есть тоже далеко от этой точки относительно. И во всех случаях это означает, что эта точка является неустойчивым положением равновесия. Наоборот, если мы ушли вот от этой точки, куда-нибудь вот сюда вот скакнули, под действием динамики нас, наоборот, притягивает к этой особой точке, к этому положению равновесия. То есть если мы чуть-чуть отклонились от устойчивого равновесия, то видно, что вот, по крайней мере, на этих картинках мы не уйдем далеко от него, а здесь, наоборот, будем к нему приближаться. Это как раз свойство устойчивости. Значит, с узлами и фокусами все более-менее понятно. Значит, это устойчиво, это неустойчиво. Давайте посмотрим на вот эту картинку. Что здесь можно сказать? Как вы думаете, вот эта вот штука, это устойчивое или неустойчивое положение равновесия? Устойчиво. Полуустойчивое. Полуустойчивое. Давайте я сейчас напишу устойчивое, так, под некоторым вопросом. Ну, на самом деле, вот смотрите, почему в принципе разумно было бы сказать, что оно устойчиво? Ну вот давайте вернемся к, допустим, системам типа математического маятника, консервативным системам. Там тоже были положения равновесия, и там вот фазовый портрет был устроен как-то так, что у нас есть положение равновесия, вокруг которого происходят колебания, а есть еще вот такие вот положения равновесия,
вокруг которых никаких колебаний не происходит, а наоборот, у которых есть сепаратриса. Вот, вот такая вот была картинка. Фазовый портрет маятника. И вот это положение равновесия соответствует какому положению маятника? Куда он крутится просто? Ну, если говорить про положение равновесия, то он там уже не крутится. Ну, он туда-сюда. Что там с ним происходит? А положение равновесия, он стоит просто. Стоит, да, в каком положении, как он там стоит? То есть у нас есть два типа положения равновесия. Чем они отличаются с точки зрения положения маятника? Ну, первый устойчивый – это когда, ну, внизу он находится. Внизу, да. Вот маятник вот так вот висит. А вот это вот положение, да, вот это вот положение наоборот. Когда маятник вот так вот стоит вверх. А, ну, тогда, наверное, то, что нарисовано, действительно устойчивые. Вот. Как бы логично считать, что вот это вот положение равновесия, которое соответствует ситуации, когда маятник смотрит вниз, что это положение равновесия, ну, как-то хочется его назвать устойчивым. Значит, полуустойчивым его назвать не совсем правильно, потому что полуустойчивое – это скорее… Сейчас я все-таки попробую нарисовать этот маятник. Значит, полуустойчивое… Скорее, не строго устойчивое лучше. Да, такое, да? Вот. Да, вот полуустойчивыми особыми точками называются вот такие. Типа x точка равняется x квадрат, которая с одной стороны устойчивая, с другой неустойчивая. Давайте я это напишу, что это такая полуустойчивая особая точка. Типа x точка равняется x квадрат. Когда мы с одной стороны убегаем от особой точки, с другой приближаемся. Вот, значит, вот здесь я напишу устойчиво, но поставлю знак вопроса. Действительно, что-то типа какой-то нестрогой устойчивости здесь получается. Сейчас, когда мы будем формулировать определение, мы увидим эту разницу. Но давайте пока я просто это зафиксирую таким образом. Ну и что можно сказать про седло, вот про такую особую точку? Значит, устойчиво или неустойчиво вот такое положение равновесия? Нет, скорее. Неустойчиво. А почему неустойчиво? У нас очень мало положений, которые нас вернут в центр. Да. Только если мы находимся на вертикальной прямой. Да, значит, понятно, что если мы куда-то вот сюда, вот, допустим, отклонились от положения равновесия, то мы дальше от него через какое-то время убежим. Мы, может быть, даже будем вначале приближаться, но в течение времени убежим далеко. В принципе, есть такие траектории, по которым мы будем приближаться к положению равновесия. Но это далеко не все траектории. Их, я бы сказал, довольно мало. Их тут ровно две траектории, ровно как бы две кривых, вдоль которых мы можем приближаться к положению равновесия. Именно стремиться. Приближаться-то можно из разных точек, но недолго. А вот именно, чтобы стремиться к положению равновесия, только вот из этих. Вот. Ну и опять же, возвращаясь к вот этой вот картинке, собственно говоря, почему я люблю рассказывать про математический маятник, что мы сразу получаем какую-то понятную конкретную модель, на которой можно посмотреть на какие-то абстрактные штуки и понять, как они соотносятся с какой-то физикой, с какой-то механикой привычной нам. Вот. В частности, здесь видно, что седловой особой точке соответствует вот это положение маятника, когда он смотрит вверх. И понятно, что ни в каком разумном смысле такая особая точка, такое положение равновесия не может быть устойчивым. Как раз наоборот, это скорее такое положение равновесия, которое максимально символизирует неустойчивость, если говорить про такую вот механическую систему. Вот. В общем, неустойчиво. Ну вот смотрите, у нас есть какой-то зоопарк примеров, и теперь мы хотим придумать формальное определение,
с помощью которого можно было бы придать смысл вот тем словам «устойчивое» и «неустойчивое», которые мы сейчас используем интуитивно, используем его с помощью каких-то таких вот описаний, но пока что никакого формального определения у нас не было. Давайте мы его придумаем. Как бы вы хотели бы сформулировать определение устойчивости? Значит, давайте я начну. Значит, попробуем придумать определение. Значит, вот есть у нас какая-то система. X точка равняется V от X, автономная система. А X у меня теперь просто какой-то многомерный. Пусть X со звездочкой – это положение равновесия. То есть V от X со звездочкой чему равняется? В положении равновесия, что можно сказать про правую часть дифференциального уравнения? Скажите. Ноль. Ноль, конечно. Значит, давайте я еще введу обозначение такое. Пусть, допустим, x от tx0. Или пусть будет φ от tx0. Решение с начальным условием φ0 x0 равняется x0. Скажем, что x со звездочкой устойчивым, если. Ну вот я свою часть определения написал, а остальное придется вам придумать. А что написать после слова «если»? Как хочется формализовать те идеи, которые мы обсуждали. Ну вот мы говорили, что, там, допустим, вот неустойчивое положение равновесия, потому что мы, отклонившись немножко, можем убежать далеко. Ну, мы можем зафиксировать какой-нибудь эпсилон окрестность, ну, для любого эпсилон, и потом выбрать такую более маленькую окрестность, что если мы стартуем от нее, мы не убежим за этот эпсилон. Сейчас еще раз. При тесте стремящейся бесконечности для любой окрестности можем зафиксировать окрестность, которую если мы начнем, то мы не убежим за ту область, которую мы ограничили. О, прикольно. Вы не знали раньше этого определения? Мы так, кажется, интуитивно определяли на первых лекциях. Ага. Да, но на самом деле, действительно, если говорить формально, то то, что вы сказали, это в точности определение устойчивости Полипунова. Значит, а именно утверждение такое, что если для всякого эпсилона больше нуля найдется такое дельта больше нуля, похоже на определение предела. Что если x0 лежит в дельта окрестности точки x со звездочкой, то что это означает? Значит, что там дальше нужно написать? Что для любой решения задачи Каши с начальным условием, когда мы при тесте бесконечности мы не уйдем
Дальше, чем за эпсилон. А что значит при тесте, стремящемся к бесконечности, не уйдем дальше, чем за эпсилон? Как это сформулировать? Я привык к тому, что есть понятие предел, что он равен тому-то или другому. А вот что значит, что мы не уйдем за пределы какой-то окрестности? Наша траектория будет всегда внутри. Всегда внутри, да. Ну, то есть это означает, что на самом деле для всех моментов времени t больше нуля, фи от tx0 будет в эпсилон окрестности точки x звездочки. То есть если смотреть на картинку, то получается такая штука, что вот у нас есть наша особая точка x звездочкой. И вот у нас есть, значит, мы говорим, что мы хотим не уходить за пределы, допустим, вот такой окрестности. Это будет у эпсилон. Тогда нам говорят, что нам нужно стартовать вот из такой окрестности, возможно, поменьше, у дельта. И если мы из нее стартуем, если мы выбираем начальное условие где-то здесь, то, может быть, мы все-таки уйдем из этой окрестности как-нибудь, но, по крайней мере, уйдем недалеко, не уйдем за пределы у эпсилон. Какое-нибудь вот такое вот будет решение. Вот, хорошо. Да, значит, вот то, что у нас получилось, это правильное определение, и это называется, значит, вот это называется устойчивость по Липунову. В принципе, кажется, оба определения, которые мы будем обсуждать, принадлежат Липунову, но конкретно вот за этой штукой закрепилось такое название. Вот. Давайте посмотрим. Вот, например, вот такая вот штука. Устойчиво по Липунову. Значит, особая точка типа центр. Да. Устойчиво. И можно, как это можно понять? Давайте рассмотрим пример. Вот пусть у меня есть... Значит, фазовые кривые центра – это обязательно эллипсы. Вот то, что я рисую, должно символизировать эллипсы. Значит, давайте проверим, что такая особая точка действительно устойчива. Значит, фазовые кривые, эллипсы. Давайте возьмем какую-нибудь эпсилон-окрестность. Вот такое. Это пусть будет у эпсилон. Значит, как мне найти дельту? Как мне найти ту самую дельту окрестности, с которой мы не будем выбегать за рамки эпсилона окрестности? Ну... Сейчас, если у нас у эллипса коэффициент растяжения равен 1, то там, понятное дело, нужно брать дельта равно эпсилон. Ну да, если все круглые, вот в таком, то да. Видимо, нужно брать дельта равно эпсилон умножить на коэффициент растяжения. На то, сколько одна главная площадь и другой. Угу. Ну да, похоже на это, потому что, ну, фактически, что нам нужно сделать? Ну вот нам нужно... Ну, если говорить чисто геометрически, то я бы нарисовал такую картинку. Смотрите, значит, давайте возьмем тот эллипс, который самый большой, который вот будет касаться нашей окружности изнутри. И на самом деле вот нам важно, что если мы стартовали внутри этого эллипса, то мы за него не выйдем.
потому что фазовые кривые не умеют пересекаться. А с другой стороны, он лежит целиком внутри эпсилон-окрестности. Поэтому если мы стартуем изнутри этого эллипса, то все хорошо. Значит, нам нужно нашу дельта-окрестность вписать в этот эллипс. Поэтому она должна выглядеть как-то вот так. То есть какая-то вот такая окрестность должна быть. Понятно, что если у нас есть какие-то явные формулы для этих эллипсов, то мы можем просто явно найти эту самую дельту. Но сейчас я хотел скорее геометрически показать, откуда она берется. Вот. И действительно, здесь вот как раз на этой картинке мы активно пользуемся тем, что у нас в этом определении эпсилон и дельта – это независимые штуки. Вот, например, нельзя было бы сказать так, что просто найдется такая окрестность, из которой мы никогда не убежим, что, стартуя в этой окрестности, мы не сможем уйти за ее пределы. Вот, если наши окрестности круглые, то в случае, например, вот такой вот особой точки или даже в случае вот такой особой точки мы и из любой круглой окрестности убегаем, на самом деле. Но убегаем мы ненадолго и недалеко. А именно мы действительно можем для всякой круглой окрестности выбрать окрестность, круглую окрестность поменьше, так что мы не убежим за пределы этой окрестности, которая побольше. Вот, поэтому это такое хорошее определение. Оно как раз позволяет объявлять устойчивыми ровно те точки, которые мы бы хотели объявлять устойчивыми. Вот. Но давайте все-таки подумаем вот над таким вопросом. Ну вот на самом деле, когда я сказал, что вот эта особая точка устойчива или вот эта особая точка устойчива, ну вот у нас все равно остался какой-то вопрос, правда ли, что она устойчива. Мы могли бы с другой стороны сказать так, что вот какая же она устойчивая, если мы отклонились немножко от этого положения равновесия, и дальше вместо того, чтобы вернуться к этому положению равновесия, мы теперь совершаем колебания вокруг этого положения равновесия. Как бы, когда мы признавали эту особую точку устойчивой, наше возражение было такое. Ну, мы, конечно, совершаем колебания, но эти колебания маленькие. Если мы изначально чуть-чуть отклонились, то дальше колебания мы будем совершать какие-то небольшие. В общем, издалека кажется, что мы примерно в той же точке остались. Но давайте теперь займем более строгую позицию и скажем, что вот такая вот штука нас не устраивает. Что мы все-таки хотим, чтобы наша траектория в конечном итоге не просто оставались где-то близко к положению равновесия, а чтобы они приближались в течение времени к положению равновесия, стремились бы к нему. Стремились к положению равновесия при стремящемся к бесконечности. Давайте я сформулирую это определение. Значит, положение равновесия называется асимптотически устойчивым. Если, как вы думаете, что? Как определить асимптотическую устойчивость? Может, для каждой убывающей последовательности эпсилонов существует дельта больше нуля такая, что у нас при возрастающем t мы движемся по этой убывающей последовательности уменьшающихся окрестностей? Значит, движемся по последовательности уменьшающих окрестностей. Ну, то есть, грубо говоря, вы просто хотите сказать, что сейчас у вас есть, значит, вы сказали, что есть последовательность момента времени или последовательность начальных условий?
последовательность эпсилонов, то бишь окрестностей, в которых мы должны в итоге оказываться. Так, и... И она убывает. Значит, вот у вас есть, вот у вас есть, значит, у вас есть последовательность эпсилонов, значит, вот у вас есть последовательность траектории, последовательность окрестностей, которая становится все меньше и меньше. Ну, давайте их круглыми нарисую. Значит, и что вы про них говорите, про эту последовательность окрестностей? Вот такие. И мы говорим, что мы, по всей видимости, должны с ходом времени попадать в каждую из них. Только тут есть одна проблема. Вот я... То есть мы определенно должны попадать из большей в меньшую, но при этом мы еще должны как-то не выбираться из меньшей в большую, потому что у нас же может быть такое, ну не в двухмерном, а в трехмерном пространстве, что у нас есть положение равновесия, и мы вокруг него ходим такими странными эллипсами, которые одним концом все время приближаются к положению равновесия, а другим отдаляются. Угу. И тогда это вряд ли будет устойчивым положением равновесия называться. Угу. То есть здесь, видимо, два условия нужны. Первое, что мы приближаемся. А, вот, можно сказать, что мы, что у нас для каждого такого это, окрестности существует такое Т, что мы в нее там существует дельта и существует Т, что мы в нее попадем. Угу. И при этом это все еще должно быть устойчиво по Липунову. О, да, это хорошая идея, но на самом деле действительно требование два. Первое, оно должно быть устойчиво по Липунову. А второе требование, ну вот на самом деле то, что вы здесь сформулировали, это на самом деле похоже вот на что. Смотрите. Значит, ну, фактически можно говорить не то, что мы там входим в какие-то окрестности, а можно просто говорить, например, что там существует, например, такая дельта больше нуля, что для всех начальных условий из дельта окрестности точки X со звездочкой предел при Т, стремящемся к плюс бесконечности, фи Т, x0, чему равняется? X со звездочкой. X со звездочкой, да. То есть просто, что с течением времени, когда Т стремится к плюс бесконечности, все решения, которые стартуют достаточно близко к нашему начальному условию, что все они стремятся к той же самой x-звездочке. Вот. А дальше возникает такой вопрос. Нельзя ли выкинуть первое условие? То есть, может быть, второго достаточно? Может быть, достаточно требовать вот этого соблюдения? Может ли такое быть, что второе условие выполняется, а первое нет, а особая точка неустойчива по Липунову? Вот, на самом деле, это не вполне тривиальный вопрос. У нас не было каких-то простых базовых портретов, которые бы демонстрировали, что на самом деле вот это первое условие
условия устойчивости Полипунова, что оно здесь по существу. Давайте я попробую сейчас такой фазовый портрет нарисовать. Значит, я хочу нарисовать фазовый портрет, который бы обладал бы вот таким вот условием, но при этом не был бы устойчив Полипунов. То есть все траектории в конечном итоге стремятся к положению равновесия, к нашему x со звездочкой, но при этом даже стартуя из близкой точки к x со звездочкой, мы все равно можем уйти относительно далеко. Вот это требование говорит, что мы рано или поздно вернемся к x со звездочкой, но я хочу показать, что мы можем уйти на какое-то разумное расстояние, приличное расстояние. А можете представить себе, каким должен выглядеть фазовый портрет, чтобы таким свойством обладать? Значит, вот у нас есть особая точка X со звездочкой. А что дальше должно происходить? Дальше должно быть несколько траекторий, которые сначала как бы уходят очень далеко, но потом возвращаются. Да, ну вот на самом деле мы хотим что-то в таком роде. Значит, вот как бы если бы я говорил бы, что у меня мое уравнение, допустим, не на плоскости, а на окружности, то, в общем, вот я хотел бы что-нибудь в таком роде, то есть такую полуустойчивую особую точку, что если я стартую из этой особой точки, то дальше я вот так вот ухожу, а потом возвращаюсь. Но мне нужно для того, чтобы получить уравнение на плоскости, мне нужно это как-то дорисовать. Ну, давайте, например... Вот вопрос только у меня здесь. А почему здесь в предел уходит равен x со звездочкой? Ну, вот, по крайней мере, для вот этой траектории он будет равен, потому что вот я ее так специальным образом нарисовал, чтобы она вернулась в x со звездочкой. Ведь сейчас она же там и, так и будет кружиться, нет? Нет, или имеется в виду, что эта стрелка, она бесконечно замедляется? Она бесконечно замедляется, да. Она вот так вот, а вот она вот дальше приближается к вот этой же вот особой точке. Ну, смотрите, давайте представим себе, что у меня какая-нибудь такая штука. Значит, вот я в полярных координатах напишу мое уравнение, оно будет выглядеть как-нибудь так. Фис точка равняется, например, чем мне нужно, какой-нибудь... Синус фи. Даже не синус фи, а косинус фи пусть будет. Плюс один. Сейчас, а мы же что-то такое можем получить, если у седла замкнем линии. Ну, у седла, да. Да, можем, но... Теоретически можно было бы что-то такое попробовать, но это не совсем то, что у седла можно сделать вот такие вот сепаратрисные связки, например. Будет ли это точка, которая будет давать нам соответствующий пример? Ну, в принципе, да, можно такое сделать. Можно сделать вот такие сепаратрисные связки, можно заставить траектории наматываться на эти сепаратрисные связки вот так. Единственное, что... А, ну да, и снаружи тоже наматываться на них. Да, можно сделать такую штуку. Да, кстати, пример, о котором я в этом контексте не думал. Можно сделать вот такую вот вещь. Тогда действительно у нас... А, нет, сейчас нельзя, не получится. Вот в этом случае не будет стремления к положению равновесия. Вру. Потому что у нас точки будут проходить близко к положению равновесия, но стремиться к нему они не будут, потому что они будут все-таки уходить каждый раз от него. Поэтому вот такая вот штука не дает примера. А вот такая вот штука, если ее доделать до уравнения на прямой, не на прямой, а на плоскости, она дает. Потому что представьте себе, что я теперь, допустим, взял вот такое вот уравнение на φ, и давайте еще добавлю какое-нибудь уравнение на r, скажем, можно просто заставить радиус ну, допустим, я хочу, чтобы у меня был бы предельный цикл
Значит, хочу сделать что-нибудь в таком роде. R с точкой равняется R. Значит, хочу устойчивый предельный цикл. Это означает, что мне нужно... Что мне нужно? Мне нужна какая-то вот такая штука, да? R на 1 минус R. Да, вот, видимо, вот такого типа уравнения дает нам то, что нам нужно. Значит, что у нас здесь происходит? По радиусу у нас есть, как бы, ну, это не совсем предельный цикл, но по радиусу у нас есть вот такая круглая траектория, когда радиус равен единице. Значит, если мы стартовали с... Давайте я нарисую более подробно. Значит, вот у меня есть траектория, когда радиус равен единице. И понятно, что если у нас в какой-то момент радиус равен единице, то он дальше продолжает быть равен единице всегда за счет вот этого вот сомножителя. Поэтому если мы стартовали на этой окружности, то мы с нее и не уйдем. Если мы стартовали где-то рядом, то мы будем приближаться к состоянию радиуса равен единице, потому что у нас на самом деле по радиусу стрелочки вот так вот устроены. Да, у нас вот здесь вот, если мы посмотрим только на вот это уравнение для радиуса, то у нас у этого уравнения есть устойчивая особая точка, равняется 1. Вот так это выглядит. Давайте посмотрим, значит, вот у нас теперь есть вот эта особая точка. Давайте посмотрим, что здесь будет происходить. Значит, во-первых, по радиусу мы никуда не убегаем. По углу что происходит? Значит, если у нас уравнение фи с точкой равняется косинус фи плюс 1, это означает, что у нас движение по углу всегда происходит с положительной скоростью, кроме единственной точки, когда оно равно нулю. А у нас этот косинус фи плюс 1, он на отрезке от 0 до π устроен так. У нас эта точка точно не должна быть слева, а не снизу? Ну, да. Давайте я нарисую слева. Точнее, справа. Нет, слева. Слева, да, вот здесь. Значит, у меня здесь косинус был двойка. Да, потом он... В точке π он как раз становится нулю равен, а здесь он возвращается. Это π, вот она, эта точка. Вот, то есть действительно у нас происходит всегда движение вот такое. Всегда движение в положительном направлении, но вот здесь, вот в этой точке у меня особая точка такая полуустойчивая как раз. Она как бы с вот этой вот стороны она неустойчивая, а с этой стороны она устойчивая. Но при этом давайте нарисуем остальные траектории, как они устроены. Значит, у меня есть еще одна особая точка в нуле. Давайте поймем, как будут вести себя траектории, которые где-нибудь вот здесь вот стартуют. Например, вот отсюда вот, что будет происходить. Значит, вот это 0. Как будет вести себя траектория, которая стартует вот из этой точки? Значит, как будет меняться полярный угол? Полярный угол это вот это. Значит, это вот этот угол. 0, там. Вот такой вот, лучше даже сказать. Значит, как он будет вести себя? Значит, он может только увеличиваться, поэтому она будет дальше двигаться как-то вот так.
И при этом она будет приближаться к вот этой замкнутой траектории. Точнее, траектория это не замкнутая, но к вот этой вот окружности. А что будет происходить, когда она будет подходить к особой точке? Замедляться. И она будет замедлять свое движение по углу и по-прежнему будет стремиться к... В общем, будет происходить что-то вот в таком вот роде. И так будет происходить со всеми траекториями, потому что они все ведут себя похожим образом. Они будут все... Все будут вести себя как-то вот так. Вот. Ну, хорошо. А что будет происходить? Вот здесь у меня есть вот такая горизонталь. Что будет происходить с точками на этой горизонтали? Это горизонталь фи равно пи. Ну, там угол не меняется, и все просто стремится к этой особой точке. Угу, да, совершенно верно. Все просто вот так вот стремится. То есть на самом деле происходит вот такая вот штука. Значит, вот если посмотреть на вот эту особую точку, то она выглядит вот так. У нее сверху происходит какая-то вот такая динамика. Ну, то ли такая, то ли, я, честно говоря, сейчас не соображу, в какую сторону касание. То ли вот такое касание, то ли вот такое касание. Зависит от производных. Вот. А вот с этой стороны у нас вот такая вот динамика. То есть, как бы, если посмотреть на вот этот вот кусочек, то эта картинка похожа на седло. А если посмотреть на вот этот вот кусочек, то эта картинка похожа на узел. И поэтому такая особая точка называется седло-узлом. Не помню, я рассказывал вам про седло-узлы или нет, но вот мы с ними встретились. Вот. Соответственно, можно построить вот такую вот, вот такое векторное поле. Видите, я даже явную формулу написал. И видно, что здесь вот эта вот особая точка, она будет как раз такой. Значит, она демонстрирует, что у нее нет устойчивости по Липунову, но есть вот это свойство стремления. И поскольку нет устойчивости по Липунову, поскольку мы можем отклониться достаточно далеко, уйти аж вот сюда, отклонившись на сколь угодно мало от вот этого положения равновесия, вот, жили здесь, ушли вот сюда, вот совсем чуть-чуть отклонились, а потом вжух, и оказались где-то вот здесь через какое-то время, то мы ее не хотим называть устойчивой. Хотя, если интересоваться исключительно глобальной динамикой при тесте, стремящимся к бесконечности, она будет как бы обладать тем свойством, что все траектории к ней в конечном итоге возвращаются. Вот. Ну, понятно, что чем меньше вы отклонились, тем дольше вы будете идти по вот этому вот пути, и тем дольше вы, ну, во-первых, тем дольше вы уйдете далеко, и тем дольше вы будете ждать, пока не вернетесь. Но в любом случае, рано или поздно вернетесь. Вот, поэтому вот это определение, оно устроено именно так, что у него есть два условия. Условия устойчивости по Липунову и вот это вот условие стремления траекторий к особой точке. Соответственно, возвращаясь к вот этому примеру, особые точки типа центр, вот такие вот положения равновесия, они устойчивы по Липунову, но они не являются устойчивыми асимптотически. Вот. На самом деле, если думать про вот эту систему не как про совсем теоретическую модель, а как про реальную систему, то, ну, как бы это математический маятник, и у любой такой реальной системы есть трение. Поэтому на самом деле вот такую картинку вы никогда в реальной системе-то и не увидите, потому что здесь энергия сохраняется идеально, а на самом деле она будет рассеиваться на трение. И поэтому на самом деле, когда вы учтете это трение, вот эта особая точка перестанет быть просто устойчивой по Липунову, и на самом деле она станет асимптотически устойчивой. Вот, поэтому, в общем-то, оба определения имеют смысл. Там, с точки зрения каких-то реальных приложений, асимптотическая устойчивость, пожалуй, даже в какой-то мере более разумна. Вот. Хорошо.
Значит, это мы поговорили немножко про определение. Ну, определение выглядит довольно, ну, довольно так. Кто-то мог вспомнить первый курс Матана, эпсилон, дельты, вот это все. И, наверное, вы помните, что проверять такие определения не очень удобно. Проверять, правда ли, что для конкретной системы такое определение выполняется, но нам для этого нужно, чтобы все вот это вот дело проверить, нам для этого нужно, во-первых, решить уравнение, что, как правило, нетривиальная задача. А во-вторых, после того, как мы его решили, проверить аж вот такую вот штуку. Приятного мало. По счастью, есть теорема, которая дает нам возможность во многих ситуациях без нахождения явного решения изучить положение равновесия на устойчивость, просто посмотрев на линеаризацию системы в положении равновесия. Давайте я эту теорему сформулирую. Теорема. Она называется об устойчивости по первому приближению. Первое приближение, потому что линейное. И значит, формулируется оно так. Мы снова рассматриваем уравнение x точка равняется v от x. X точка положения равновесия. Давайте мы линеаризуем систему в этой особой точке. Пусть А – это матрица dv по dx в точке x со звездочкой, линеаризация системы, матрица линеаризации. Система в положении равновесия в особой точке. Тогда справедливо такое утверждение. Значит, давайте мы у этой матрицы линеаризации найдем собственное значение. Значит, я сейчас пишу эту теорему тоже в общем случае. У меня x n-мерный. Значит, лямбда 1 и так далее, лямбда n, собственное значение. Значит, даже у вещественной матрицы могут быть комплексные собственные значения, поэтому лямбда могут оказаться комплексными. И тогда справедливо такое утверждение. Если все лямбда лежат в левой полуплоскости, то есть их вещественная часть меньше нуля, строго меньше, то тогда x со звездочкой асимптотически устойчиво. Если хотя бы одно собственное значение лежит в правой полуплоскости, то тогда x со звездочкой не является устойчивой по Липунову. И значит, асимптотически тоже. А у нас, если мы берем линейное приближение, не может так случиться, что у нас уйдет вот эта часть, которая заставляла нас как, типа, кружиться вокруг, которая позволяла нам в пределе всегда приходить, но на самом деле отталкивала нас от В смысле, вот в этом вот примере? В примере. Смотрите, значит, если говорить про вот этот пример, давайте на него посмотрим. Как устроена матрица линеаризации этой системы в окрестности вот этой особой точки?
Значит, здесь нам надо было бы перейти теперь в декартовые координаты, чтобы матрицу линеаризации написать. Хотя, с другой стороны, какая разница? Можно, наверное, сразу в этих координатах написать, потому что ну, будут там какие-то... Да, вне начала координат переход в полярные координаты – это просто дифеоморфизм, поэтому локально. Поэтому можно, на самом деле, просто линеаризовать эту систему в окрестности вот этой особой точки, посмотреть, какой это случай. Давайте посмотрим. Значит, вот пример выше. R с точкой равняется косинус фи плюс 1. Ой, наоборот. R с точкой равняется R 1 минус R. Значит, особая точка фи равняется пи. R равняется единице. Ну, давайте линеризуем. Значит, что получается, как матрица линеаризации устроена? Значит, ну давайте я просто в общем виде матрицу линеаризации сейчас напишу в произвольной точке. Значит, что мне нужно сделать? Мне нужно продифференцировать вот эту штуку по этой переменной, по этой переменной. Значит, косинус фи, производная по фи, это что там, минус синус фи. Дальше будет 0. Что во второй строчке должно быть? Видимо, тоже сначала 0, потом... Сейчас... По идее, минус 2, если я сейчас не ошибся. Типа, у нас же там минус 4 квадрат штрих. Да, давайте смотреть. 1 минус 2. R на 1 минус R, это R минус R квадрат. Все. Дифференцируем, получается 1 минус... 2R. 1 минус 2R. Да. Вот. И, значит, это линеаризация в общем виде, линеаризация в особой точке. Это значит, что нам нужно вот в эту матрицу подставить φ равняется π, r равняется 1. И что у нас получается? Какая матрица получается? Видимо, сейчас здесь получается 0. 0, 0. Ну, все нули, кроме вот нижнего правого угла, там минус 1. Минус 1, да, совершенно верно. Вот, какие собственные значения у этой матрицы? Значит, какое собственное значение матрицы 0, 0, 0, минус 1? Наверное, минус 1, но я не уверен. Наверное, минус 1. Минус 1, да, есть такое собственное значение. А еще одно? Подсказка. Как найти собственное значение матрицы, у которой не нули стоят только на диагонали, у диагональной матрицы? По-моему, это нужно было брать тогда значение на диагонали, но тогда получается, что второе собственное значение у нас ноль. Да, совершенно верно. Ну и неудивительно, потому что эта матрица, очевидно, вырожденная, у нее есть целая строчка из нулей. Если матрица вырождена, то у нее должно быть обязательно нулевое собственное значение. Если бы у нее все собственные значения были бы не нулевыми, то тогда бы у нее был определитель, который равен произведению этих собственных значений, был бы не нулевым, и она была бы не вырождена. Вот. Поэтому, конечно, второе собственное значение – 0. Да. В данном случае матрица просто диагональная, у нее на диагонали выписано собственное значение.
Вот. И что говорит нам наша теорема про такие системы? Значит, вот у нас два собственных значения. Теорема говорит, что, значит, вся теорема она проверяет устойчивость, просто глядя на собственные значения. Что эта теорема говорит про нашу систему? Кажется, что... Она говорит, что ничего не ясно, потому что у нас одно из собственных значений ноль. Угу, да. Она про эту систему она не говорит ничего, потому что у нас не выполняется первое условие. Видите, здесь строгое неравенство. Нам нужно, чтобы вещественные части были строго отрицательны. И одно собственное значение удовлетворяет этому условию, а второе нет, потому что оно просто нулевое. Поэтому вот это вот первое условие не выполняется. И второе условие тоже не выполняется, потому что все собственные значения, какие есть, они все имеют неположительные вещественные части. То есть они обе оказались просто вещественными, но среди них нет собственного значения с положительной вещественной частью. Вот это тот случай, когда наша теорема не говорит ничего про систему. И как раз это связано с тем, что... Ну вот, что если вот посмотреть на вот это уравнение, фи с точкой равняется косинус фи плюс 1, то вот как раз вот в этом вот направлении, в направлении по фи, у нас там как вот эта вот линейная часть, она за счет того, что она там нулевая в этом направлении, нулевое собственное значение, она не оказывает решающего влияния на динамику. То есть вот эта вот теорема об устойчивости первого приближения, она говорит, что если выполняется вот такое условие или вот такое условие, то это означает, что именно линейная часть, которую мы видим под этим собственным значением, что именно она и определяет локальную динамику нашего уравнения, именно она и позволяет ответить на вопрос об устойчивости. Но понятно, что когда линейная часть сама по себе обнуляется или когда есть, по крайней мере, какие-то направления, вдоль которых она обнуляется, может так оказаться, что нам недостаточно информации из линейной части, и из линеаризации недостаточно информации для того, чтобы ответить на вопрос про устойчивость. Просто потому, что ну, в этом случае на динамику влияют старшие члены, которых мы вот тут вот не видим в этой линеаризации. И это как раз ровно вот этот вот пример. Можно было бы построить систему с вот такой же вот матрицей линеаризации, которые были бы устойчивыми. Можно было бы построить систему с такой же матрицей линеаризации, которые были бы неустойчивыми. И то возможно. Но в данном случае у нас оказалось, что эта система неустойчива, потому что мы специально сделали вот здесь вот косинус, который, по крайней мере, который заставляет вот эти точки убегать от этой точки. Вот, можно было бы сделать по-другому. Вот. Ну, вот такая теорема. Она очень удобная с точки зрения применения, то есть ее главный недостаток, что она не всегда дает ответ, как мы видим по этому примеру. Но, с другой стороны, случаи, когда она не дает ответ, в некотором смысле очень редки, потому что это означает, что у вас должно выполняться такое условие, что если... Ну, как бы то, что не покрывается вот этими двумя условиями, это ситуация, когда у нас все собственные значения в не строго левой части полуплоскости, не строго в левой полуплоскости, и есть хотя бы одно собственное значение, которое лежит на вертикальной прямой в нулевой, то есть у которой вещественная часть в точности равна нулю. И это такое редкое в неком смысле условие, потому что это условие типа равенства. Нам нужно, чтобы вещественная часть в точности равнялась нулю.
Вот, понятно, что в семействах уравнений такое может возникнуть в типичном случае. Но если мы рассматриваем какое-то конкретное уравнение, то, в общем, это нам должно сильно повести, или оно должно быть искусственным образом сконструировано, чтобы эта теорема перестала бы срабатывать. Вот. А с другой стороны, тогда, когда она срабатывает, ее применять дико просто. Вам не нужно знать решение уравнения, вам, в общем-то, ничего не нужно знать, и ничего не нужно уметь, кроме как находить линеаризацию, то есть находить производные, и находить собственное значение матрицы линеаризации. И то, и другое, это задача хорошо алгоритмизируемая и, в общем, вполне решаемая. На простых примерах решаемая ручками, на более сложных численно тоже, собственное значение матрицы находится. Это довольно несложно. Вот. Ну, вот такая штука. Есть ли еще какие-нибудь вопросы пока что про эти определения, эту теорему? Давайте, может быть, мы сейчас вот что сделаем. Давайте мы сейчас сделаем 10-минутный перерыв, а через 10 минут продолжим, и я, наверное, поговорю немножко про доказательства этой теоремы. И дальше посмотрим еще на какие-нибудь примеры. Или наоборот, сначала посмотрим на пример, а потом поговорим про доказательства. Значит, перерыв 10 минут. Хорошо? Хорошо. Так, ну что, давайте продолжим. Давайте, наверное, прежде чем доказывать кинотеоремы, давайте посмотрим еще на несколько примеров, где можно было бы попробовать применить либо эту теорему, либо определение. Давайте. Разберем какие-нибудь примеры. Давайте начнем с чего-нибудь простого. Вот, например, у меня есть такое уравнение. X точка равняется нулю. X от t одномерное. Вопрос. Является ли точка допустим, точка 0 устойчива Полипунову? Является ли она асимптотически устойчивой? Как вы думаете? Видимо, нет, потому что у нас уравнение линейное. Значит, вот мы можем выписать матрицу собственных чисел здесь. Матрица 1 на 1, собственное число единственное 0. Да, но проблема в том, что как раз теорема нам в этом случае ничего не говорит. Это как раз ровно, опять же, тот случай, когда у нас есть нулевое собственное значение, и при этом нету никаких собственных значений с положительными, тем самым, с положительной правой частью, с положительной вещественной частью. Вот, поэтому теорема как раз нам ничего не говорит, нужно пользоваться определением. Значит, самое простое уравнение, которое только можно придумать. X точка равняется нулю. Устойчиво Полипунову, устойчиво асимптотически, или не так, не так? Решение у этого уравнения, это же просто X равняется нулю или нет? При каком начальном условии?
Ну, например, в нуле. Например, начальное условие, если начальное условие 0, то 0, это правда. Но нас же интересует не только это решение, нас все-таки интересует, что происходит, когда мы стартуем не из нуля, а откуда-то из близких точек. Как бы идея устойчивости – это идея проверить, что происходит не с самим положением равновесия, а что происходит с решениями, которые стартуют вблизи положения равновесия. Вот что с ним происходит. Но точно не асимптотически устойчиво, потому что никто не стремится к точке ноль. Я не помню. Да, ну, на самом деле, если, так сказать, нарисовать фазовый портрет, то этот фазовый портрет будет таким. Он будет просто состоять из сплошных особых точек, сплошных положений равновесия. Какое у нас вообще решение этого уравнения, если точка равняется нулю? Пусть у меня решение с начальным условием каким-то x0. X от t равно x0. Да, значит, решение с начальным условием x0 равняется x0, это просто x0. Значит, где мы стартовали, там мы и живем. Значит, асимптотически точно нет. Асимптотически нет. Так как предел при t, стремящемся к плюс бесконечности фи tx0, равняется чему? Ну, видимо, x0, да. x0. Не равняется нулю. Значит, у нас сейчас то, что раньше называлось x со звездочкой, сейчас у нас просто 0. Ну, давайте какую-нибудь конкретную точку здесь нарисую. Вот. И поэтому видно, что траектории, которые выходят близко к нулю, они не стремятся к нулю, потому что они просто константы. Так что действительно асимптотической устойчивости нет, а устойчивость по Липунову. Давайте я вернусь к определению. Вот, определение устойчивости по Липунову. Давайте попробуем его применить к этой задаче. Значит, будет ли положение равновесия 0 для уравнения x точка равняется 0 устойчивому по Липунову, если просто посмотреть на определение? Ну, вообще говоря, должно, да, будет. Так, ну тогда нужно доказать. Нужно для всякого. Мы для каждого эпсилон берем дельта равна эпсилон. Берем дельта равна эпсилон, совершенно верно, да. И дальше видно, что если у нас дельта равна эпсилон, дальше мы выбираем начальные условия из дельта окрестности особой точки, но поскольку оно константа, то оно и будет жить в этой дельта окрестности. А поскольку дельта равна эпсилон, то дельта окрестности совпадает с эпсилон окрестностью, и поэтому, конечно, вот это условие будет выполняться. Так что действительно, по Липунову, да. Значит, просто возьмем дельта равная эпсилон. Если x0 принадлежит у дельта от нуля, то
Я tx0. Ой, что-то я не тут написал. Дельта равняется эпсилон. То фиат т0 равняется x0 принадлежит ой, эпсилон от нуля, и все доказано. Вот, это такой довольно-таки показательный случай, когда устойчивость в одном случае устойчивость в одном смысле есть, а в другом смысле ее нет. Ну, давайте посмотрим на чуть более сложный пример. Допустим, вот такой. X точка равняется 0, Y точка равняется, скажем, Y. И нас интересует точка 0, 0. Значит, устойчива ли она как-нибудь? Кажется, что нет, потому что все траектории должны от нее разбегаться. Ну, да, по крайней мере в одном направлении. Значит, вот как у нас устроена сейчас здесь динамика. У нас по x ничего не меняется, значит, x-овые координаты не будут меняться вовсе, а по y у нас происходит вот такое разбегание. То есть у нас здесь есть, опять же, такой набор особых точек, целая прямая особых точек, прямое положение равновесия. А по Y у нас динамика устроена вот так. И понятно, что если мы стартуем из любой окрестности нуля, понятно, что мы можем выбрать такое начальное условие. Вот если мы отклонялись ровно по горизонтали, то тогда мы, конечно, будем жить в этой окрестности. Но нам, если бы мы хотели доказывать устойчивость Полипунова, то тогда нам нужно было бы, чтобы внутри какой-то меньшей окрестности все точки, значит, оставались бы внутри вот этой вот, стартуя внутри меньшей окрестности, особые точки оставались бы внутри вот этой вот окрестности. То есть нам, на самом деле, для того, чтобы опровергнуть устойчивость Полипунова, достаточно найти какую-нибудь точку, там достаточно для любой маленькой окрестности, найти какую-нибудь точку так, чтобы она бы убегала бы. То есть нам нужно сделать следующее. Давайте просто формально напишем отрицание. Значит, вот отрицание к устойчивости Полипунова. Будет такое. Значит, я пишу отрицание к утверждению, что для всякого эпсилон больше нуля найдется такая дельта больше нуля. Такая, что для всех x0 из у дельта. От x со звездочкой для всякого t большего нуля. И от tx0 принадлежит у эпсилон. Значит, если я на все это дело хочу навесить отрицание, получается какая-то такая штука. Существует такое эпсилон больше нуля, что для всякого дельта большего нуля найдется такой x0. И найдется такой момент времени, что фиат tx0 убежит за пределы эпсилон окрестности. Ну вот давайте формально просто это докажем. Значит, какой возьмем эпсилон?
То есть мы в данном случае знаем, чему равно решение, это нам очень сильно поможет. А именно мы знаем, что x от t равняется x0, y от t равняется e в степени t, y0. Значит, давайте я вот здесь вот поставлю вектор, чтобы отличать тот векторный x0, который фигурирует в определении, от наших x и y. Так и сделаю. Значит, ну что, как бы нам вот это вот утверждение в данном случае доказать? Вот для такой, вот для уравнения, которое, у которого решения вот такие. Какой возьмем эпсилон? Я хочу доказать, что найдется такая окрестность, что мы обязательно из этой окрестности убежим. Сколько бы близко бы к началу координат мы не стартовали. Какую окрестность возьмем? Давайте единицу. Давайте единицу, да. Если можно взять более-менее любую окрестность, то можно взять единичную. Значит, эпсилон равняется 1. И теперь мне нужно научиться для всякой дельты строить такой x0 и находить в такой момент времени t, чтобы было верно вот это. Значит, какой возьмем x0? Значит, x0 векторный, то есть это пара x0 обычный, y0 обычный. И какие точки мы возьмем? Значит, у нас x со звездочкой это 0, 0. Хотя здесь тоже стрелочки нарисуем. Но x0 нам не принципиально какой брать, давайте возьмем нулевой. Сейчас, значит, вот я про весь вектор, про всю пару этих самых штук. Значит, мне нужно, чтобы, вот мне дают дельту, мне нужно, чтобы вот эта точка с координатами x0 и y0, чтобы она была бы внутри вот этой дельты окрестности. Значит, в качестве вот этого x0 без стрелочки можно взять действительно 0, а в качестве y0 чего взять? Давайте возьмем там типа, можем взять дельта? Или... Ну, дельту нет, а окрестности обычно открытые. Там типа дельта пополам. Да, ну дельту пополам давайте возьмем. Понятно, что не принципиально, но обычно дельта окрестности делают открытыми. Вот, значит, 0 дельта пополам, да, 0 дельта пополам действительно живет в нашей у дельта от x со звездочкой. Так, следующая вещь. Нам нужно показать, что найдется такой положительный момент времени, в которой траектория убежит за нашу эпсилон-окрестность. Какой момент времени взять? Нам нужно, чтобы эта точка убежала от начальной на сколько далеко? Ну вот нам нужно, чтобы выполнялось бы вот такое дельту? Условие. Вот такое условие нам нужно. А, и все. Логарифм эпсилон может? За логарифм эпсилон она убежит? Да. Значит, ну, смотрите. Значит, во-первых, у нас есть начальное условие, вот оно, y0. А во-вторых, эпсилон у нас равен единице. То есть граница, за которой нам нужно убежать, она всегда более-менее одинаковая, а меняется начальное условие. Поэтому этот момент времени будет зависеть от, на самом деле, от y0. А y0 у нас дельта пополам. Значит, как нам выбрать этот момент времени?
Значит, логарифм эпсилон там всегда равен, ну, если эпсилон равен единице, то логарифм эпсилон равен нулю. Но нам нужен не совсем логарифм эпсилон, нам нужна немножко другая вещь. Два поделить на дельту умножить на логарифм эпсилон. Что-то я не уверен стал. Сейчас, значит, умножать на логарифм эпсилон дело гиблое, потому что логарифм эпсилон равен нулю. Ну, давайте формально напишем, что нам нужно от момента времени. Значит, нам нужно, чтобы y от t, ну вот мы выбрали начальное условие положительным, поэтому убегать оно будет вот сюда, вот вверх. И поэтому нам нужно, чтобы просто y от t был бы больше, чем эпсилон. Вот если этого добиться, то тогда уж и расстояние до начала координат тоже будет больше, чем эпсилон. И мы гарантированно убежали из соответствующей эпсилон окрестности. А y от t мы знаем, чему равно. Вот оно. Решение у нас в явном виде есть. И поэтому можно просто записать такое неравенство и решить его. А, ну тогда я, видимо, логарифм не внес, там нужно быть логарифм 2 делить на d, на дельта. Ну, логарифм y0 где должен фигурировать. Y0, да, фигурирует, потому что это... 2 делить на дельта. Да, эпсилон равняется единице, значит, это получается логарифм эпсилон разделить на y0, или что то же самое логарифм единицы разделить на дельта пополам, или что то же самое логарифм 2 делить на дельта. Да. Значит, t должен быть больше, чем эта штука. Давайте возьмем, давайте ее просто... Значит, это гарантированно, там при маленьких дельтах это гарантированно положительное число. Поэтому давайте что я сделаю. Ну, давайте просто единицу к ним прибавим. Значит, t возьмем равное логарифм 2 делить на дельта плюс 1. Вот так сделаем. И все, видно, что мы действительно победили, потому что при этом t у нас действительно вот это условие выполняется. То есть даже если мы стартуем очень близко, нам нужно подождать довольно долго. Видно, что вот эта штука, она, когда дельта становится маленькой, эта штука стремится к бесконечности, она становится большой. Но тем не менее, она всегда определена для всякой конкретной дельты больше нуля. Эту штуку можно найти. А что у нас происходит, если дельта больше, чем эпсилон? Или вообще больше, чем 2? Смотрите, нам достаточно выбрать... Да, хороший вопрос, если вдруг так оказалось, что дельта больше, чем 2. Значит, ну, как обычно бывает в этих задачах, мы можем дельту уменьшать по своему усмотрению, в том смысле, что мы можем сказать, что давайте тогда вместо дельты возьмем... вместо дельты возьмем единицу. Можно просто написать, что здесь нужно поделить не на дельту, а на минимум из дельты и единицы. История в том, что если мы берем дельта больше, чем эпсилон, то у нас изначальных условий получается, что точка находится снаружи эпсилон окрестности. Ну, да. Понятно, что это значит, для нас на самом деле не... Ну, как бы всегда в такой ситуации нам не очень интересны большие дельты, потому что в данном случае действительно это означает, что мы просто можем стартовать отсюда и сразу же наша... И сразу же вот это условие будет выполнено. Вот. Но формально, чтобы формально написать, что вот этот вот алгоритм дает нам правильное решение, поскольку у нас здесь есть требование, чтобы t было больше нуля, действительно здесь нужно как-то эту дельту ограничить сверху. Иначе нам формально вот это решение скажет, что нам нужно было смотреть в прошлое. Мы этого не хотим. Хотя, конечно, это прошлое будет тоже нам подходить, но нам будет настоящее подходить. В общем, короче, вот такой вот прием, он всегда сработает в этом смысле. Вот. Но вот видно, что действительно даже в простых случаях немножко муторно использовать определение, но тем не менее в данном случае, например, мы бы никак по-другому бы не могли бы действовать, ровно опять же по той причине, что у нас есть, что у нас здесь есть целая кривая особых точек, это означает, что ну уж точно, поскольку есть уравнение x точка равняется нулю, уж точно одна из собственных значений матрицы линеаризации, собственно говоря, это уже линейная система, одно из собственных значений соответствующей матрицы нулевое, и наша теорема ничего нам не дает никакого ответа.
У нас нет какого-то хитрого способа, чтобы выкидывать такие странные точки, которые, ну, типа, никак не влияют на остальное уравнение? Ну, вот не совсем понятно, что означает «никак не влияют», потому что... Не появляются в остальных уравнениях, например. Ну, вот формально, когда мы... Вот если бы я бы рассматривал... Вот представь себе, что у меня вот такая задача теперь. Давайте рассмотрим такой пример. Вот у меня x точка равняется нулю, а y точка равняется минус y. Все то же самое, только наоборот. Вот давайте теперь здесь посмотрим на особую точку, нулевую. Она является устойчивой Полипуновой или асимптотически? Да, по идее. Вроде как Полипунову точно, да. Асимптотически, по идее, нет, потому что точка, которая началась в неправильном иксе, не будет к ней стремиться. Да, ну вот на самом деле Полипунова да, асимптотически нет. Потому что действительно, если я возьму какую-нибудь окрестность, понятно, что стремиться к особой точке будут только те точки, которые имеют такую же иксовую координату, а все остальные стремиться к нему не будут. Но Полипунова устойчивость есть, потому что мы на самом деле не уходим ни из какой окрестности. То есть если мы стартовали в какой-то окрестности, то дальше мы будем только приближаться к горизонтальной оси и за эту окрестность не выйдем. Вот. Но смотрите, при этом, если бы я выкинул вот это первое уравнение, если бы вместо вот такой системы я бы рассматривал бы вот такую систему, тогда как бы выглядели ответы? Значит, если бы я выкинул бы уравнение x точка равняется нулю, что-нибудь изменилось бы? Ну, мы бы посчитали, что асимптотическая устойчивость... Да, асимптотическая устойчивость у нас бы возникла. Поэтому, с одной стороны, вроде как вот это уравнение x точка равняется нулю, оно ни на что не влияет. То есть как бы у нас формальный x здесь это просто параметр, который к тому же никак вообще не влияет на второе уравнение. Вот. Но тем не менее мы видим, что если мы формально используем определение, то выкидывание одного из этих уравнений приводит к тому, что ответ, например, на вопрос про асимметрическую устойчивость меняется на противоположный. Вот, поэтому тут, с одной стороны, действительно нам вот в таких вот простых случаях часто хочется сказать, что давайте мы рассмотрим каждое из уравнений по отдельности, а потом как-то скомбинируем ответы. Но, как видите, это нужно делать немножко осторожно, потому что вот в этом случае, казалось бы, добавление уравнения, которое ничего ни на что не влияет и ничего не должно менять, оно нам меняет один из ответов. Вот. Хорошо. Ну, давайте теперь вернемся к доказательству теоремы. Значит, давайте я попробую сейчас доказать эту теорему, но в каком-нибудь упрощенном случае давайте я ее докажу только для линейных систем и только для систем с вещественными собственными значениями. Значит, доказательство теоремы. Значит, это некоторое упрощение, но при этом те методы, которые мы сейчас будем использовать, они после незначительной доработки, незначительной адаптации, их можно использовать для того, чтобы доказать ту же самую теорему в общем виде. И в целом это такой полезный общий метод.
Значит, здесь есть один общий метод и один трюк. Давайте. Ну, понятно, если у нас есть линейная система, то значит, она задается какой-то матрицей. Вот, пусть у меня есть x точка равняется ax. У меня сейчас x многомерный. А это какая-то матрица. В принципе, теоретически я мог бы здесь пользоваться тем, что я знаю решение, но вот этого я как раз не хочу, потому что я хочу придумать такой метод, который бы можно было обобщить на более общий случай, на случай нелинейных систем. И поэтому я не буду пользоваться тем, что я знаю, как устроено решение таких линейных систем, но буду пользоваться тем, что я знаю про какие-то их свойства. Но вот в частности, я знаю, что матрицу А можно привести к Жордановой форме. Это будет соответствовать некоторой замене в системе, какой-то линейной замене. Ну и, в принципе, понятно, что линейные замены переменных не меняют свойства устойчивости. Дело в том, что ну, формально, когда мы здесь писали вот это вот все определения устойчивости, ну, формально мы здесь использовали круглые окрестности, и эти круглые окрестности, в принципе, меняются при линейных заменах переменных. Но понятно, что внутри любой окрестности, такой эллиптической, есть какая-нибудь круглая окрестность. И наоборот, внутри круглой окрестности есть какая-нибудь эллиптическая окрестность. Поэтому, как говорят, эта система окрестностей эквивалентна. Поэтому, на самом деле, вот эти определения, они не зависят от выбора системы координат. Ну, по крайней мере, уж точно они не зависят от линейных замен координат, но на самом деле они не зависят ни от каких непрерывных замен координат, потому что, в общем, все, что здесь сформулировано, оно сформулировано в таких терминах общетопологических. Оно сформулировано как бы в терминах стремления, сходимости, вот в такого типа вещах. И это вещи, которые сохраняются, когда мы делаем какие-то топологические преобразования, непрерывные какие-то замены. Вот. Поэтому от того, что мы заменим переменные, от того, что мы сделаем какие-то замены переменных, у нас свойство устойчивости не поменяется. Поэтому давайте мы сразу будем считать, что матрица А приведена к Жорданову нормальной форме. То есть мы сразу перешли к тому базису, в котором А Жорданова. Значит, матрица А Жорданова, и значит, она устроена так. Вот у нее есть какие-то здесь лямбдочки, а над этими лямбдочками бывают единицы. Бывают единицы, бывают нули. Значит, по крайней мере, на верхней диагонали нет ничего, кроме единиц и нулей. А больше... здесь будет какая-то лямбда n. А больше нет ничего, никаких других ненулевых значений в этой матрице вообще нет. Вот. Теперь смотрите. Значит, чего я хочу сказать? Я хочу сказать, что моя траектория обязательно будет приближаться к началу координат. То есть вот мне хотелось бы сделать такую штуку, что если я стартую внутри какого-то круга, то я, значит, что у меня траектории все смотрят внутрь этого круга, то есть что в каждый момент времени расстояние до нуля будет уменьшаться. Вот хочется что-нибудь в таком роде. Ну, что это означает? Это бы означало, что функция, которая называется расстояние до нуля, что она должна была бы все время уменьшаться. Как проверить, какая-то функция уменьшается или нет под действием какой-то системы линейных уравнений, вдоль решения какой-то системы линейных уравнений, вообще какой-либо системы дифференциальных уравнений. Значит, можно просто использовать понятие производной вдоль векторного поля. Или что то же самое, можно сказать вот что, что давайте мы рассмотрим
Значит, вот пусть у нас есть какое-нибудь решение. Функция фи. Tx0 задает решение. Уравнение 1 с начальным условием. x0 равняется x0. Давайте посмотрим на такую функцию. Давайте я возьму даже не фи, а давайте я возьму функцию, которая называется вот так, логарифм нормы фи от t x0 в квадрате. Давайте пусть вот эта функция называется функцией L от t. Давайте найдем ее производную. Значит, в качестве нормы я сейчас предлагаю сказать, что у меня норма в моем пространстве – это просто обычная евклидова норма, то есть это просто x1 в квадрате плюс и так далее, плюс xn в квадрате. Значит, давайте посмотрим, как устроена производная вот такой штуки. Значит, мне нужно взять сейчас вот эту вот функцию и продифференцировать ее по времени. Значит, ну опять, производная сложной функции, все такое, 2x1 на x1 с точкой плюс так далее, плюс 2xn на xn с точкой. Какая-то такая штука получается. Но давайте теперь посмотрим на то, кто такие вот эти вот x1 с точкой и так далее, xn с точкой. Значит, мы знаем, что моя вот эта вот фи – это решение моего уравнения исходного вот этого. Значит, что можно сказать про каждую из вот этих вот производных xkt с точкой? Давайте я здесь буду считать, что у меня вот эти вот лямбды, давайте считать, что они пронумерованы. Ну, так сказать, что даже одинаковые лямбды имеют разные номера. Пусть у меня здесь будет вот какой-то номер лямбда 1, k1, здесь будет k1 плюс 1 и так далее до лямбды n. Значит, что такое xk с точкой? Значит, если x удовлетворяет вот этому уравнению с вот такой матрицей. Ну, как? Нам известна матрица, нам известно, ну, то есть, на самом деле мы можем просто переписать вот эту систему, ну, не в матричном виде, а в виде отдельных уравнений. Вот, например, чему равняется и x1 с точкой? Если матрица вот такая, как нарисована. Скажите кто-нибудь.
Нет, что нужно взять, чтобы посмотреть на x1 с точкой? Что надо, куда надо смотреть в этой матрице? Значит, это наша матрица А. Уравнение устроено вот так. То есть, иными словами, у нас система выглядит сейчас таким образом. Значит, вот у меня есть x1 и так далее, xn с точками. И оно равняется, вот эта матрица А, умножить на x1 и так далее, xn. Да, и что мне нужно, куда мне нужно посмотреть, чтобы найти вот эту компоненту? Как матрицы умножаются. Видимо, нужно посмотреть на первую строчку. Там у нас лежит лямбда 1 и 1. То есть у нас типа x1 с точкой равно лямбда 1, x1 плюс x2. Да, именно так. Плюс x2. Значит, вот здесь вот на самом деле здесь могла быть вот эта единичка, могло бы и не быть. Зависит от того, какого размера эта первая ожиданного клетка. Но, по крайней мере, вот это уравнение выглядит либо так, либо просто без вот этого x2. А если теперь говорить про катое уравнение, как оно выглядит? По идее, там у нас стоит 0 же, да? На... Ну... на самом деле, не важно, чему равно k, а k – это просто вот какая-то из этих строчек. Значит, у нас может стоять на этой строчке вот здесь либо единица, либо ноль. Ну вот давайте запишем, какие возможные варианты. Ну вот тогда там типа тоже лямбда kt умножить на x kt плюс, в зависимости от того, стоит нам единица или ноль, x k плюс первое. Да, ну в общем, вот может быть либо так, либо вот здесь вот может быть, здесь может быть 1 или 0. Да, и так, а на самом деле они все устроены. Вот, таким образом, xkt с точкой, это, да, на самом деле, вот я здесь ее написал, и давайте, значит, я ее теперь подставлю в нашу систему, она начинает выглядеть как-то так. Значит, это есть, двойка сразу вынесу за скобку, значит, у меня здесь будет такая штука лямбда 1 x1 в квадрате плюс лямбда 1. Давайте я как-нибудь вот эти вот штуки, которые либо нолики, либо единички, давайте я как-нибудь обозначу. Пусть они называются, каким-нибудь скажем, мю. Мю 1, x1, x2 плюс лямбда 2, x2 в квадрате плюс лямбда 2, мю 2. Значит, какое здесь должно быть сомножество лямбда 2, мю 2? Давайте пусть эта штука называется μkt. Я скажу, что μkt – это нолик или единичка. Так вот. Значит, какой сомножитель вот здесь должен быть? Видимо, x2, x3. x2, x3, да. Вот, и так далее. Значит, то есть можно это на самом деле коротенько записать. Вот так. Это есть 2. Сумма лямбда ktk от 1 до n xk в квадрате плюс сумма по k от 1 до n
лямбда каты, мю каты. Х2, а xk, xk плюс 1. Тут будет даже не дайна, дайн минус 1. Вот какая-то вот такая штука. Теперь смотрите. Значит, вот про вот эти вот штуки на самом деле все понятно. Если, да, я сейчас буду доказывать ту часть этой теоремы, которая говорит, что устойчивость есть. То есть я буду предполагать, что значит, для систем с вещественными, давайте я скажу, отрицательными собственными значениями. То есть я буду считать, что вот у меня сейчас все эти лямбда, они все меньше нуля. Вот. Ну, тогда, по крайней мере, примерно понятно, что происходит здесь. Здесь у меня возникают, значит, вот эти вот xkt в квадрате. Каждый из них умножается на свою лямбду, и все лямбды отрицательные. Поскольку они все отрицательные, их какое-то конечное число, то, по крайней мере, вот эту вот штуку можно будет оценить ну, тем же самым квадратом радиуса, умноженным на что-то отрицательное. Вот с этой вот штукой на самом деле не совсем понятно, что происходит, потому что здесь есть какие-то вот эти произведения x-катах на xk плюс 1, они могут оказываться положительными, могут оказываться отрицательными, поэтому даже непонятно, какого знака вот этот добавок. И вот эти слагаемые нам на самом деле все портят. И очень хотелось бы от них избавиться. Вот если бы у нас все вот эти вот мюшки были бы просто нулевыми, если бы у нас бы не было бы ничего на диагонали, если здесь бы все, везде были бы нули, то тогда, в принципе, доказательство было бы очень простым. Потому что, ну, что бы мы сказали? Мы бы сказали бы, что... Сейчас, я, кстати, так это написал, я забыл здесь производное написать. Так вот. Значит, мы бы сказали бы, что производная вот этой штуки, что она равняется чему-то, ну, вот здесь вот эти вот все лямбды отрицательные, значит, она равнялась бы чему-то отрицательному, причем как бы всегда строго отрицательному. Ну и дальше было бы понятно, что, значит, если это производная всегда отрицательная, значит, расстояние до нуля убывает, и там мы могли бы доказать, что оно обязано убывать именно к нулю, что оно будет стремиться именно к нулю. Вот. Но вот эти вот штуки нам все портят. Поэтому мы хотели бы избавиться от вот этих вот мюшек и как бы аппроксимировать вот эту нашу матрицу, аппроксимировать ее такой матрицей, в которых вот здесь вот, ну, окей, совсем от этих вот единичек мы не избавимся, потому что все-таки это Жорданова нормальная форма, никуда не денемся от нее. Мы не сможем просто так взять и записать там вместо единичек нули, никакая замена координат нам этого не позволит, потому что Жорданова структура матрицы инвариантна. Замена координат не меняет количество Жордановых клеток, вот это все. А если бы мы там могли бы написать бы нули, то тогда бы мы бы сказали бы, что мы поменяли Жорданову структуру. Поэтому мы хотим не то, чтобы прямо вот совсем прибить все эти единицы, но мы хотим как-то так перемасштабировать все, чтобы эти единицы вдруг стали ужасно маленькими. Вместо единиц там были бы написаны какие-то ужасно маленькие числа. Ну вот давайте попробуем это сделать. Оказывается, что это всегда можно сделать, и это всегда можно сделать просто заменой координат. И главное написать правильную замену в правильную сторону. Давайте сделаем вот что. Значит, вот это вот мы бы хотели бы... Хотим от этой штуки избавиться. Значит, возьмем матрицу С, которая будет устроена так. И эта матрица диагональная, и на диагонали у нее будут написаны... Так, какие бы еще буквы использовать? У меня закончились греческие буквы подходящие. Я почти как Всемирная организация здравоохранения, у которой тоже скоро греческие буквы закончатся. Было в одной статье, предлагаю использовать букву «ы». «Ы», да. Так, ну хорошо. Давайте я напишу, что здесь у меня будут
Наверное, лучше G, потому что буква U, она как бы может случайно быть прочитана как B и L. Твердый знак можно. Давайте. Я буду использовать букву S. Пусть не греческая. Значит, матрица будет устроена так. У нее по диагонали будет стоять S, S квадрат и так далее. До S в степени N. N минус 1. А во всех остальных точках будут стоять нули. И давайте посмотрим, что происходит с матрицей нашего вида. Ну вот, давайте посмотрим, что происходит просто с жордановой клеткой, например. Когда я эту жордановую клетку сопрягаю вот такой матрицей. То есть если я говорю, что вот эта вот матрица – это матрица перехода к новому базису, значит, перейдем к новому базису с помощью этой матрицы. Ну, а давайте действительно возьмем вот эту нашу матрицу, пусть даже пусть не жордановую клетку, вот пусть у нас есть матрица, которая вот так вот устроена, да? У нее вот здесь вот стоит лямбда, значит, устроена она так. У нее здесь лямбда 1, мю 1, здесь лямбда 2, мю 2 и так далее. Здесь будет лямбда n, мю, а никакого мю уже тут не будет. Мю здесь закончились. Вот такая матрица. Значит, вот здесь будет мю n минус 1. И дальше я ее сопрягаю с помощью вот этой матрицы C. Значит, давайте я здесь сделаю, допустим, C минус 1, а здесь сделаю C. Чему равняется матрица C в минус 1? Значит, мне нужны три большие матрицы сейчас. Здесь будет наша... На чем равняется матрица C в минус 1, обратная матрица к вот такой? Значит, что делает эта матрица? Как она действует на плоскость? Ну, да, не на плоскость, а на пространство. Значит, матрица диагональная, как она работает? Что она делает с векторами? Я бы даже сказал, что надо делать с базисными векторами. Ну, скажите, у нас есть матрица диагональная. Но направление не меняет, длинный, mm-hmm. может быть. Длинный, наверное, меняет. S это кто? S просто длинный. Какое-то вещественное число, не равное единице. А, ну вот тогда оно их порастягивает там. Как-то. Ну да, если S больше единицы, то оно будет растягивать их, а если S меньше единицы, наоборот, будет сжимать. А обратная матрица это что будет делать? Наверное, обратных. Обратно, да. Значит, как она записывается, это обратная матрица? Там снова будет сначала 1, потом 1 mm-hmm. делить на s, потом 1 mm-hmm. делить на s квадрат. И... Mm-hmm. Да, далее. Именно так. Значит, все эти s-ки будут теперь в обратную, значит, в обратных степенях.
Вот. А здесь они какими были, такими и остаются. Вот. Теперь давайте смотреть, что будет происходить. Ну, собственно говоря, давайте просто честно возьмем да перемножим. Чего уж там. Давайте. Значит, вот здесь у меня была вот такая штука. Значит, я умножаю. Значит, я хочу перемножить вот эти две матрицы. Ну, давайте смотреть, что мне для этого нужно сделать. Во-первых, значит, если я умножаю, допустим, вот эту строчку на вот этот столбец, она остается какая была. Значит, точнее, значение, поскольку здесь у нас стоит единица, а здесь все нули, то от этой строчки остается только вот эта компонента. Значит, у меня точнее, вот эта вот компонента, лямбда 1. Значит, лямбда 1 сохраняется. Давайте теперь я умножу вот эту строчку на второй вот этот компонент, на второй столбец здесь. Что получается? Значит, умножаю первую строчку на второй столбец. Значит, у меня лямбда 1 умножается на 0, плюс мю 1 умножается на s в первой степени, а дальше здесь сплошные нули, поэтому ничего больше нет. Поэтому здесь в первой, значит, в этой компоненте будет написано мю 1 умножить на s. А дальше, если мы будем умножать вот эту вот штуку на следующую компоненту, вот эту штуку на следующий столбец, вот эту штуку на следующий столбец, там везде будут нули, потому что единственные первые два ненулевых компонента вот в этой строчке, вот они, и для того, чтобы получился не ноль, мне нужно, чтобы в столбце на этих же первых двух местах были бы не нули, а это происходит только вот здесь. Поэтому все остальные столбцы меня не интересуют, здесь везде будут нули. Вот, ну, на самом деле, ну, окей, давайте дальше посмотрим, что будет происходить со второй строчкой. Как она будет меняться? Что будет написано на второй строчке? Значит, опять же, нам нужно умножить вторую строчку сначала на первый столбец, но понятно, что там получается 0. Дальше вторую строчку умножаем на второй столбец. Что получается? Лямбда 2s. Ну, просто s, да. Да, значит, лямбда 2s. А в следующий компонент что получается? Значит, нам нужно теперь вот эту строчку умножить на вот этот столбец. Значит, в этом столбце единственная ненулевая компонента – это вот этот s квадрат, и он умножится на соответствующий ему компонент здесь, то есть на μ2. А, все, мы сначала умножаем на правую матрицу. Я что-то пытаюсь на левую умножить, у меня все расходится. А, нет, ну, нет, я вот показываю, угу, да. Что на что мы умножаем, да, на правую. Ну, не важно, в каком порядке, конечно, но сейчас я на правую умножаю, да. Так, значит, что там получается дальше? Ну, тогда мю 2 s квадрат. S квадрат, да. Дальше нули. А, ну, давайте прикинем, что будет на следующей строчке. Значит, опять же, в начале 2 нуля, а потом будет лямбда на что умножится? S лямбда квадрат. 3 на s квадрат, а мю? S куб. На s куб, да. Дальше будут нули и так далее. Там, видимо, лямбда и t в степени, на s в степени i минус 1 и мю
и t на s в степени i. Да, совершенно верно. Да, и теперь давайте, а теперь давайте умножать на левую матрицу. Теперь будем, наоборот, делить на s. Значит, что будет происходить в этом случае? Но, видимо, самый верхний левый элемент – это все еще x1. Да, значит, теперь мне нужно… Значит, что я делаю? Я теперь, допустим, умножаю вот так вот. Это у меня будет просто лямбда 1. Теперь я умножаю, например, вот эту штуку на… Ну, в принципе, теперь удобнее, на самом деле, даже вот так говорить. Давайте я просто скажу, что я умножаю вот этот столбец на всевозможные строчки. И понятно, что у меня тогда будет написано лямбда 1, а под ним будут сплошные нули. Да, потому что если я вот этот вот столбец умножаю здесь на... Сейчас, вот этот вот столбец. В нем есть единственная ненулевая компонента вот эта. Значит, когда я умножаю этот столбец на строчки здесь, чтобы получить не ноль, мне нужно, чтобы значит, вот в этих строчках была бы ненулевая компонента первая. Но она здесь только на первой строчке, поэтому больше ничего интересного не будет. Дальше давайте посмотрим. Может, я нас обманул, и на самом деле это не x1, а лямбда 1, да? Лямбда 1, да. Лямбда 1. Ага. Вот. Дальше давайте посмотрим вот этот вот второй столбец. Я умножаю на всякие строчки здесь. Что получается? Значит, взял вот этот столбец, умножил на что? На первую строчку. Да? У меня здесь ему осталось... Мю 2, мю 1 s. Мю 1 s, да. Так и осталось. Мю 1 s. Да. А вот теперь давайте посмотрим. Когда я вот эту вот штуку умножаю на... Сейчас, не так. Вот этот столбец умножаю теперь на вторую строчку. Что получается? Лямбда 2 просто. Просто лямбда 2, да. Потому что лямбда как раз сокращаются. Не лямбда, а s как раз сокращают. Здесь получается лямбда 2. А дальше снова нули. Давайте теперь посмотрим с третьим столбцом здесь. Значит, третий столбец, опять же, если я теперь вот этот третий столбец умножу, например, на первую строчку, то ничего интересного не будет. Там будет ноль. Если я его умножу на вторую строчку, давайте я здесь сразу напишу еще и третью строчку, здесь будет s минус 2. Значит, если я умножу вот этот третий столбец на вторую строчку, то что у меня будет написано вот здесь вот? Значит, здесь у меня мю 2 на s2, а здесь s в минус 1. Значит, s-ки посокращаются, у меня здесь будет написано просто мю 2 s. А что будет написано под ней? Кажется, что лямбда 3 просто так. S просто так. Минус 2 и s2 сократятся. Да, лямбда 3 просто так. И на самом деле и так далее. То есть в результате вот такого умножения у меня получается такая матрица, в которой у меня по диагонали стоят лямбды, как стояли, так и стоят. И это неудивительно. Лямбды должны были не измениться, потому что лямбда – это собственное значение. Собственное значение при заменах базиса не меняются. А все вот эти мюшки, которые стоят на верхней диагонали, они все умножились на одно и то же число, на s. Вот. И по-прежнему матрица имеет такую же форму, как и раньше имела. Вот. Теперь смотрите, что это значит. Это значит, что я могу сделать такую штуку. Я могу с помощью... Значит, если я возьму такую матрицу, возьму s ужасно маленьким. Я могу в моей исходной матрице, после того, как я осуществлю эту замену, я могу сделать так, чтобы вот здесь вот вместо единичек
стояли бы вот эти самые ужасно маленькие S-ки. Какие хочу маленькие, такие будут стоять. То есть, или иными словами, я могу сделать так, что вот эти вот мюкаты, они принимают значение не 0 и 1, а 0 и S. Где S очень маленькая. Какое хочу маленькое, такое и есть. Вот, понятна ли эта идея? Значит, ну вот здесь вот реально нужно как бы посидеть какое-то время над этим выкладками, убедиться в том, что действительно вот эта диагональ просто вся умножается на S. Ну, на самом деле оно так обязательно будет, потому что когда вы умножаете на диагональную матрицу, в зависимости от того, справа или слева вы ее умножаете, у вас либо строчки умножаются на числа, которые написаны на диагонали, либо столбцы. И за счет того, что мы делаем такое сопряжение, у нас как раз и возникает ситуация, что на диагональных элементах вот это действие на строчке и столбце компенсируется, а на вот элементах вот этой вот диагонали, сдвинутой на единицу вверх, как раз из-за того, что она сдвинутая, мы как бы действуем на строчку S в одной степени, а на столбец S в другой степени. И поэтому здесь как раз и возникает то, что они компенсируются не полностью, и все вот эти вот мюшки умножаются действительно на S. Вот. Поэтому дальше происходит следующее. Теперь мы можем, ну вот, вот все вот это вот рассуждение, оно все полностью сохранялось, оно на самом деле никак не зависело от того, какие это мюшки. Поэтому просто после того, как мы сделаем вот такую замену, дополнительную вот такую замену координат, вот эта формула продолжит работать, но только теперь вот эти вот мюшки можно сделать сколь угодно маленькими. Поэтому на самом деле вот это слагаемое можно сделать таким, чтобы оно было бы гораздо меньше по модулю, чем вот это слагаемое. Ну, давайте посмотрим, значит, что такое, как можно вот эту штуку оценить. Значит, здесь произведение x-катах. А можете напомнить, что вообще, зачем мы делаем вот нас? Смотрите, значит, я, да, давайте я напомню. Решения. Значит, я хочу доказать, что вдоль решения дифференциального уравнения вот эта функция, ну, вот такая функция, на самом деле мне будет удобнее потом от нее взять логарифм, мне хочется сказать, что вот эта функция убывает. То есть мне хочется сказать, что решения приближаются к началу координат. Причем монотонно приближаются. Понял. Вот. Для этого мы хотим доказать, что вот это производное отрицательно. Значит, вот про вот это слагаемое понятно, что оно отрицательно, потому что все лямбда отрицательные. Значит, вот я сейчас работаю в той части моей теоремы, когда у меня лямбда отрицательная. Значит, это означает, что вот это слагаемое будет гарантированно отрицательным. А вот это слагаемое мы теперь говорим, что мы его можем сделать маленьким. Вот. Ну, давайте на самом деле даже можно чего сделать. Можно сказать, что вот эти произведения, значит, кто они такие? Xk на xk плюс 1. Сейчас. Как-то это можно легко оценить. Можно сказать, что как это неравенство, что я хочу? Неравенство между средним арифметическим и средним геометрическим. Что-то такое. Сейчас. Я хочу сказать, что xk на xk плюс 1. Давайте xk минус xk плюс 1 в квадрате больше либо равняется нулю. Значит, xk в квадрате плюс xk плюс 1 в квадрате больше либо равняется, чем 2xk xk плюс 1. Вот, я хочу вот такое неравенство. Значит, вот эти вот все штуки, они на самом деле оцениваются через вот такие вот суммы. Это означает, что сумма всех вот этих вот попарных вот таких произведений, она оценивается через две суммы просто xk в квадрате. Значит, давайте я вот эту вот штуку сейчас продолжу и буду ее дальше оценивать. Значит, сумма лямбда k xk в квадрате по k от 1 до n минус 1
плюс сумма, сейчас только тут dn, здесь dn минус 1, лямбда k мю k xk, xk плюс 1. Давайте я скажу, что эта штука не превосходит такой вещи. Значит, максимум от всех лямбдокатов. На сумму xk в квадрате. Значит, вот это какое-то число отрицательное, на самом деле. А плюс здесь будет сумма от единицы dn минус 1. Лямбда k, мю k. Значит, сейчас я хочу сказать, сейчас я, видимо, не в ту сторону написал неравенство, секунду, дайте я пойму. Значит, я хочу сказать вот что. Я хочу сказать, что модуль вот этой вот штуки, значит, здесь лямбда-то все отрицательные, а вот про эти произведения непонятно. Они могут быть как отрицательными, так и положительными. Но я хочу сказать, что их модуль... Сейчас, вот говоря про неравенство, там почему там больше либо равно... А, окей, я понял. Ну, пока что я преобразовал только вот эту штуку, и в этой штуке я просто все лямбдокаты заменил на то, который из них больше всех. От этого эта штука только увеличилась, потому что они были какими-то отрицательными, я выбрал из них наименее отрицательное, а все вот эти вот xk в квадрате положительные числа тоже не отрицательные. Поэтому как бы вот это вот слагаемое оценивает вот это слагаемое. А сейчас я хочу оценить вот это слагаемое, но мне нужно аккуратно написать, в какую сторону я его хочу оценить. А тут надо не запутаться. Значит, чего мы говорим? Мы говорим, что... Значит, я на самом деле хочу сказать, что наоборот, что если эта штука что если знаки x-катого и xk плюс первого... Сейчас, давайте я вот что скажу. Значит, не превосходит. Давайте я просто сделаю вот так. Минус. Нет, не минус. Плюс. И давайте я тут напишу модуль. Вот. Значит, пока вроде все честно. Я заменил вот эту штуку на потенциально большую. И теперь вот эту вот штуку я оценю сверху. Значит, она, в свою очередь, не превосходит. Давайте я отдельно буду писать вот оценку для этого неравенства. Значит, эта штука не превосходит, чего там у нас получается. Значит, сумма по k от единицы до n. Ну, в общем, это что-то вроде, что-то в таком роде. Лямбда каты, мю каты, икс каты в квадрате. Похоже на правду. Ну, не совсем, потому что... Ладно, давайте я честно это сделаю. Давайте я честно напишу, что это такое. Значит, сумма по k от единицы до n минус 1. Значит, модуль лямбда катах, на мю каты,
Модуль xkt, модуль xk плюс первое. Не превосходит сумму по k от единицы до n минус 1. Ну, окей. Лямбда кт, мю кт. Модуль xkt в квадрате плюс сумма по k от единицы до n минус 1. Лямбда кт, мю кт на xk плюс 1 в квадрате. Ну, вторую еще нужно написать. Ну, здесь, значит, вот в этих вот суммах встречаются, значит, встречаются лямбда кт в квадрате, встречаются xkt в квадрате, встречаются вот эти xk плюс 1 в квадрате. Ну, давайте как-нибудь мы все это сейчас грубо оценим. Значит, во-первых, я могу вместо вот этих лямбд взять максимум из них, вместо вот этих мюшек тоже взять максимум. Значит, получается что-то в таком роде. Это не превосходит 1 вторая максимум из всех модулей лямбда k от единицы до n умножить на максимум мю k это s. И дальше у нас остаются здесь либо вот такие слагаемые, либо вот такие слагаемые. Значит, их всего будет... Давайте я скажу, что их все будет не больше, чем две штуки. Вот так. Это вроде правда, то, что я сейчас написал. Потому что здесь была сумма... Вот эта сумма, в которой не хватает последнего слагаемого, вот эта сумма, в которой не хватает первого слагаемого, но они все не превосходят, чем полная сумма. Поэтому это верно. Значит, получается, что вся эта штука в конечном итоге не превосходит такой штуки. И это есть... Максимум лямбда катах, к от единицы до n. Плюс. Значит, здесь 1 вторая сокращается. Будет максимум, допустим, модулей лямбда катах. Умножить на s. Все это умножить на сумму x катах в квадрате. Вроде так. Теперь смотрите, значит, вот эта штука отрицательная. А вот эту штуку, вот это S в моей власти, я ее могу сделать сколь угодно маленькой. И поэтому я могу выбрать так S, чтобы вот эта штука была бы меньше, чем модуль вот этой штуки. Просто нужно разделить там модуль максимума на максимум модуля. Ну или давайте даже я пополам еще потребую. Что-нибудь в таком роде. Тогда у меня вся эта штука будет оцениваться так. Это будет какая-то константа c умножить на вот эту вот самую штуку, где c меньше нуля. Ну, то есть, смотрите, сейчас была какая-то длинная выкладка, но на самом деле идея очень простая. Я говорю, что если я контролирую, давайте вернемся вот к этой формуле, если я контролирую вот эту мю, если я могу сделать вот эти вот мюшки достаточно маленькими, то я могу сделать так, что вот это слагаемое
будет оцениваться таким образом, что оно будет меньше, чем, значит, что его модуль будет меньше, чем модуль вот этого отрицательного слагаемого. Ну и, собственно говоря, ключевая идея в том, что если я вот эти вот мюшки делаю маленькими, а вот эти произведения, они на самом деле оцениваются как сумма вот этих x как в квадратах, просто из вот этого вот банального школьного неравенства, то это точно можно сделать. Можно заставить, выбирая маленькие вот эти вот мюшки, можно заставить вот эту вот штуку не нарушить нам отрицательность вот этого слагаемого. Как, похоже на правду? Скажите что-нибудь. Вот так, да, похоже. Угу. Вот. Хорошо. Давайте теперь посмотрим, что у нас получается. Значит, возвращаясь к началу вот этой длинной выкладки, с чего мы начали? Мы начали с того, что мы оценивали производную от вот этой вот величины, от вот этой вот суммы x катах в квадрате. И в итоге выразили, оценили эту производную через какую-то отрицательную константу умножить на нее саму. То есть у нас сейчас возникает такое, у нас сейчас возникает такое утверждение, что d по dt норма x, или как там это записывали, φ от x0 в квадрате не превосходит какая-то отрицательная константа умножить на саму эту, на сам этот квадрат нормы. А теперь давайте посмотрим на логарифм этой штуки. Значит, логарифм φ от t x0 в квадрате норма. Давайте возьмем производное от него. Значит, чему равняется производная логарифма? Значит, мне надо взять, поделить на φ от t x0 в квадрате, поделить производную ее. Вот так. Согласны? Это просто право дифференцирования сложной функции и производный логарифм. И это означает, что эта штука не превосходит константа умножить на вот эту норму, разделить на эту самую норму. То есть константа. Меньше нуля. То есть смотрите, что получается. Получается, что у нас есть вот эта функция L от T, которая есть логарифм вот такой штуки. Оказывается, что про нее известно, что dl по dt не превосходит какой-то константы меньше нуля. А что можно теперь сказать про предел при t, стремящемся к плюс бесконечности? dl по dt. О, не dl по dt, просто l. Чему он равен? Значит, если у нас возникла функция... По идее, тоже убывает, потому что у нас φ убывает. Значит, ну, сейчас, вот смотрите, вот на самом деле все, что нам нужно, это вот эта вот штука. Утверждение, что производная L, оно не превосходит константы, константы, в свою очередь, строго меньше нуля. Что из этого можно сделать? Какой вывод из этого можно сделать?
Значит, можно даже вот так сказать, что это есть предел при t, стремящемся к плюс бесконечности. Давайте я восстановлю L через его производную. Давайте я напишу, что это есть L от нуля плюс интеграл от нуля до t. И здесь я как раз возьму мою производную L с точкой от tau до tau. Эта штука не превосходит L от нуля плюс интеграл от нуля до t константа по d tau. А константа отрицательная. Значит, куда стремится вот эта штука? Значит, эту штуку на самом деле можно просто найти. Мне кажется, что она в минус бесконечности должна уходить. Ну, конечно, она стремится к минус бесконечности, да, потому что эту штуку можно просто найти. Это есть просто t умножить на c. И поскольку c отрицательно, то вся эта штука стремится к минус бесконечности. Ну, и значит, и исходный предел тоже стремится к минус бесконечности. У нас здесь неравенство вот такое. Вот. Поэтому, значит, наша L, она стремится к минус бесконечности. Но кто такой L? L – это логарифм квадрата расстояния до нуля. То есть если этот логарифм стремится к минус бесконечности, то значит, к чему стремится сам квадрат расстояния? Ну, значит, сам стремится к нулю. К нулю, да. Значит, вот эта штука, она стремится к нулю. То есть, смотрите, чего мы выяснили. У нас теперь есть два факта. Первый факт. Значит, мы знаем, что вот это, мы знаем, что производная от вот этой штуки меньше нуля. И это означает, что сама эта штука просто убывает. То есть это как раз означает, что если у нас был, что если у нас была какая-нибудь эпсилон-окрестность нуля, то мы можем взять в качестве дельта-окрестности ее же, и мы можем гарантировать, что если мы стартуем где-то внутри, то мы внутри остаемся, потому что у нас всегда расстояние до нуля в течение времени может только убывать. И второй факт, что она не просто убывает. Мало ли, как она там убывает. Может быть, она там все время убывает, но зацикливается, наматывается на какой-нибудь предельный цикл. Тогда бы она тоже убывала. Но на самом деле из вот этого вот утверждения видно, что она не просто убывает, а она еще и стремится к нулю. То есть это означает, что у нас есть и устойчивость Полипунову, и асимптотическая устойчивость. Вот и все. Значит, мы доказали нашу теорему, по крайней мере, вот ту часть, которая говорит, что если собственное значение отрицательное, то действительно у нас есть устойчивость Полипунова. Вот. Надо сказать, что этот метод, он практически без изменений, с некоторыми дополнительными оценками, переносится на более общий случай. Значит, если у вас собственные значения не обязательно вещественные, могут быть комплексными, то нужно рассматривать не просто сумму квадратов, а нужно рассматривать сумму модулей квадратов. И если у вас ваша система не является линейной, то что это означает? Это означает, что у вас вот здесь вот добавляются какие-то нелинейные слагаемые, но если вы рассматриваете все в маленькой окрестности нуля, то эти нелинейные слагаемые можно сделать достаточно маленькими, чтобы они не сильно повредили бы вот этой оценке, которую мы здесь сделали.
То есть, ну, грубо говоря, вот представьте себе, что вот в этой вот формуле у вас добавятся еще какие-то слагаемые, которые будут отвечать нелинейным членам. Но при этом мы их можем сделать тоже маленькими. Тогда вот это вот слагаемое, оно будет, сейчас не это, а вот это вот слагаемое, оно останется отрицательным, и к нему прибавится что-то маленькое, может быть, положительное. Но поскольку маленькость этого маленького мы контролируем, а вот эта штука – это как бы константа, то ничего плохого не произойдет. Теорема доказывается ровно точно так же. И это в целом, значит, вот эта функция называется функция Липунова, значит, функция L, какая-нибудь такая вот функция, что с одной стороны она работает, грубо говоря, в качестве расстояния до нуля. В данном случае мы взяли просто квадрат квадрата. В данном случае мы взяли просто логарифм квадрата расстояния. Вот. А с другой стороны, вдоль фазовых кривых она обязательно убывает. Вот если вы такую функцию смогли построить, то вы доказали, что соответствующая точка асимптотически устойчива. Вот. Ну, не просто убывает, а нам нужно, чтобы она именно вот к минимуму стремилась. Вот это вот условие нам нужно было, мы его отдельно нашли. Не просто убывание, а вот такое вот гарантированно, с гарантированным стремлением к нулю. Ну вот так вот устроена эта теория. То, что я сегодня хотел рассказать. Значит, в конце тут были какие-то дикие выкладки, но пусть вас это не сильно пугает. Мне кажется, что если вы смотрите на... смотрите на вот эту вот штуку и верите в то, что вот эти мышки можно сделать маленькими, то дальше вы поверите во все остальное доказательство. Вот. Как, есть какие-нибудь вопросы? Хорошо. Ну, все тогда на сегодня. До свидания. Спасибо. До свидания.